Саженцы азалии гибридный элит, образуют шаровидный куст с разреженной кроной и кожистыми листьями, которые осенью приобретают бронзовый оттенок и остаются на ветвях не опадая. Цветение наступает весной и длится до 3 недель. Концы побегов украшают небольшие чешевидные цветки с волнистыми сиренево-лавандовыми лепестками, они собраны в соцветие по 5 штук. Взрослый кустарник в теплом климате достигает высоты 170 см, в более суровых условиях его высота ограничена 110 см. Растение ценимо садоводами за неприхотливость и зимостойкость до минус 34 градусов. Азалия гибридная элита – это кустарники высотой 200 см с типом роста, высокорослый, диаметром 150 см. Цветет растение в месяц май, июнь. Окраска цветка фиолетовая. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 4,0–6,0 см. Лист растения по форме эллиптический. Весной листва по цвету темно-зеленая, летом листва темно-зеленая, осенью листва красная, оранжевая. У растения нет шипов. Важно, что азалия гибридная элита пчелопыляемый, обоеполый. В качестве места выращивания прекрасно подходит теплица, открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.